Это уже третий концерт арт-группы «Ларго» на новой сцене Духовного центра Свято-Духовский Александра Невской Лавры. Сегодня участники трио представили свой новый 5-й альбом, выпущенный по благословению наместника обители епископа Кронштадтского Назария. Вы не будете много слышать из того, что есть на диске, потому что мы решили, что лучше послушать дома, в машине, еще где-то. А они здесь только представят некоторые из тех песнопений, которые они включили в этот диск. Все собранные средства с концерта будут направлены на реализацию альбома, посвященного 75-летию победе в Великой Отечественной войне. Некоторые из знакомых всем композиций были исполнены вместе со зрителями. Арт-группа «Ларго» стали частыми и долгожданными гостями для Санкт-Петербургской епархии. Число их слушателей с каждым приездом растет. С творчеством не знакома была до этого концерта. В первый раз по приглашению одного из родных членов семьи. И я в восторге, потому что такая музыка поднимает такие эмоции, о которых вот так в жизни, не слушая никакую другую музыку, ты даже не узнаешь. Это правда какое-то просто волшебство, и то, что они затрагивают разные темы, и так как они это делают, это нужно просто прийти и услышать. Мой папа очень любит смотреть ваш канал, увидел клип группы, вот, и я очень заинтересовалась, начала знакомиться информацией в интернете. Слушайте, действительно очень понравилось. Узнала, что будет концерт у нас, и позвала всю семью сюда. Вот, очень понравилось, очень здорово. Я горячий поклонник этой группы, так скажем. А дочь вот я уже приобщила. Я очень полюбила эту группу. Мама моя познакомила меня с этой группой, и я очень рада этому прекрасному знакомству. Я тоже музыкант, мне все это очень близко. Ребята очень здорово работают, очень душевно. На концерте мы чувствовали себя действительно в такой большой семье. Теплая атмосфера, созданная артистами, действительно объединила всех зрителей. Несмотря на полный зал гостей, даже на последнем ряду можно было почувствовать торжество праздника. Каждую песню, каждое слово, каждую ноту люди воспринимают. Не было каких-то проходящих песен. Каждая песня чувствовалась залом идеально. Помимо того, что люди воспринимают, люди знают эти песни, знают наш репертуар. Видно, это все благодаря телеканалу «Союз». То, что нас показывают часто. Мы действительно хотим выразить огромную благодарность телеканалу «Союз». Мы действительно настоящие союзники. Для каждого артиста это большая радость, когда концерт и в зале нет свободных мест. Это дает такую уверенность и дает какую-то, знаете, уверенность в будущем, что все-таки мы, наверное, делаем что-то интересное для людей. И не зря. И это радует, очень радует.